В Чирышском районе участились случаи нападения медведей на домашний скот. Так, одно из последних происшествий на днях произошло около села Майорка. По словам сотрудников местного охотничьего хозяйства, домашний скот, на который совершают набеги медведи, пасется в десятках километрах от деревень. Речь идет о загонах прямо посреди леса. Специалисты поясняют, такие пастбища часто никто не охраняет. Более того, загоны не имеют ограждений. Любое дикое животное боится человека. Но если он чувствует, что нет запаха угрозы, который там может исходить от человека, там, от собаки, там, даже от дыма или от машины, он будет нападать на этих же ребят. Не надо ходить корешки, ягодки, грибочки там искать. Он видит, что вот они рядышком ходят, запаха угрозы ниоткуда нет, и он будет ловить этих животных. По словам специалистов, скот гибнет и по другим причинам. И нередко медведи приходят на трупный запах. Впрочем, есть косолапые, которых сотрудники охотхозяйства называют беспредельщиками за то, что звери совершают набеги на скот, который пасется в охраняемых загонах. Медведи-хулиганов стараются быстро отловить и ликвидировать. Всего же за последнее время в Чирышском районе зафиксировано около десятка нападений медведей на домашний скот.